Всем добрый день. Переехали товарищи ко мне в компанию. Вчера было на весах плюс 300 грамм. Вот, а сегодня пошел у меня рой. 9 часов. Я вот ему литок прикрыл, не знаю, выйдет матка, нет. Пчелу-то нарастили, а лететь-то ей больно некуда. Вот, будем надеяться, матка не выйдет, его можно будет разобрать, посмотреть, что там. Ну, попробовать его разогнать, поделить по соседним ящикам. Вот, так что, ну, ждем. Может, успокоится. Вот. Ну, соответственно, и ждем липу. Надо, кстати, сходить. Вчера было закрыто и все цветочки. А сегодня надо будет изучить их в бинокль. Может, там открылось что-нибудь. Вот такие вот дела. Всем удачи. До новых встреч.